Так, всем здорово, всем привет, всем здоровченко. Сегодня матч у нас с каналом Магниту. Надеюсь, я правильно произошел. Ну, как говорится, этот канал, мы с ним как-то уже снимались. Битва составов. У нас национальные сборные, дайте посмотрим, какую они. Национальные сборные, он сборную из Франции у нас. Как вы могли заметить, сборная Испании. Вообще, бля, вы посмотрите, ёбаный ваш рот, на этот состав. Давайте начнем к игре, приступим. Вот такие у нас тут подсыки. Давайте к ним начнем. У нас Дани Ольмо, Марата, Ферран Торрес, Педри, Гави, Родри, Гайя, Ляпорте, Пау Торрес, по-моему. Да, Пау Торрес. Это кто? Цезар Аспиликулета и Давид Унай Симон. В принципе, я готов к игре. Я тоже готовый. Надеюсь, тезка тоже готов. Что сказать? Приступим к игре. Поехали, как говорится. Поехали. Как говорится, Испания, Франция. Это очень сильные сборные, но и также их чемпионаты. Ла Лига и Лига 1. Мы разводим с центра поля. Родри сразу начинает дает пас на Пау Торреса. Надеюсь, что тёшка тоже запись экрана делает. Но если не сделает, то я ему запись экрана скину в ВК. Так что подписывайтесь сразу на его канал, говорю. Быстро! И Упамекан начинает тут, короче, выебываться с мячом. На ворот у них маньяк, как его называют. На самом деле это Майк Миньян. Тёзка, что ты делаешь, бля? Что это было? Ой, блядь, а. Че, не ебу, что он сделал. Может, он что-то настраивает? Это, конечно, странное решение. Но мы сейчас узнаем, что будет. Вот, я настроил такие вот параметры, как дополнительное время, пенальти обязательно, также 6 замен обязательно, вот, чтобы, знаете, интрига была. У нас тут Дани Ольмо на подаче углового, как говорится, но нам надо найти левшу. Давайте пусть будет угловой нас подавать Жосе или Хосе, я не знаю, как Жорди Альба, как говорится. Давай пусть будет подавать Гайя. Подача Гайя. О, хороша! Альваро Марата. Хорош просто. Жахнул, пляхнул, бляхнул. 1-0, испанцы. Фурия Роха. А вот так вот мы забиваем гол. Вот. Ой, беги, беги. Блин. А так было бы вообще замечательно. Хорошо играем. Ой-ой-ой. Дембеле. Жиру. Родри перехватывает. Дает пас. Блядь, бегуночек такой ты засранный, а. Вот. Килиан Мбаппе ускоряет удар. Ой-о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 й
Гави. Блять, Рабьё перехватывает. Дембеле, вот это бегун, вот это обезьяна, а. Родри. Подача у него была хреновая, но аут сбрасывает сборная Франции. Чё это? Диаби. Авар. Чоумини. Чоумини! Еба! Вот это он пизданул. Удар опять. Угловой. Ну, Чоумини, конечно, шлёпнул прям от души. Как в прошлом матче он с касания пробил. Тоже с передачи Баппе. Но
Чоумини забил. Дембеле на подачу Клового. Мы выиграем единоборство. Мы теперь бегим. Супачка. Надо было немножко подождать и пробить, потому что мы сразу же пробили, и тем самым обосрались прям нормально. Родри не выиграет единоборство. Мбаппе бежит. Мбаппе — это вообще опасная зараза во Франции. Отлично. Бежит Марата. Так. Гави. Блядь. Жиру. Лучший бомбардир сборной Франции бежит. Удар мимо. Как же я понимаю, что мимо — это всегда плохо. Давайте посмотрим повтор. Пробил он с левой своей рабочей ноги, но не попал в ворота, к сожалению. Посмотрим, что дальше будет. Дальше больше, как говорится. Мы даем пас на Лапорте. Лапорт на Гая. Сюда. Беги, ну ёб... Вот, я надеюсь, что это реально Тёмка запись экрана делает, чтобы, знаете... Ну, может мой ролик выложить, поэтому я не обижусь, если ничего узнаете, качество смотрите, хотя это, знаешь, будет, но ладно. Офсайд сборной Франции. Лапорте, давай, выпинывай. Или фаул, как говорится. Хорошо, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, какая дырка! Какая дырочка! Какая, блядь, дырка! Что говорится, первый тайм оканчивается со счетом 0-1. Забил гол с углового у нас Альваро Мората с передачи Мойе. Давайте посмотрим, что у нас можно сделать. Давайте сделаем так. Ансу Фати перейдет вот в нападении. Хотя мы сделаем по-другому. Да, не вольно выпускаем мы сюда. Что? Давайте, короче, мы... Дальний Ольма, пусть он у нас отдыхает. Мы выпустим Кико Вильямса. Ага, хрен там, блядь, а. Ладно, давай сюда, он пойдет побегает здесь. Нам нужен, короче, ЦПЗ. Он без-то будет... Мерино, Коки. Давай Коки. Хотя вот так вот. Молодых мы упускаем. У нас теперь будут бегать вот эти вот пацаны. Вот. Нам нужен нападающий, и мы его находим. Сейчас. Он уже, в принципе, все, а я еще нет. Ну, давайте приступим. Как раз-таки посмотрим замены Франции. Мы, в принципе, замены сделали. Вы увидели на своем экране. У нас вот такие вот замены, ребята, как говорится. Вот. Кризман у него есть. Фух. Хорошо, прям с правой ножки пробил. Думал то, что мы пропускаем. Но в итоге у нас Симон. Вот. Переводит мяч на угловой. А Севен. Что-то у него что-то типа, блядь, угловой получилось, мягко говоря, хреново. Вот. Лоренте на Мерино. Мерино, блядина ебучая. Чоумини. Ускоряется, что-то удар хреновый, очень хреновый. Я бы тоже психанул бы на этом месте. Кстати, мы с Чоумиком играли тоже пробный матч. Недавно сейчас сборная Франции против Милана. Я тогда выиграл. Матч закончился 2-1. По пенальти я выиграл. А так, в основном, время счет был 1-1. Жозе... Блядь, Хоселло, Заебелло, блядь, никак я правильно не знаю. Пробивает, но маньячок, как бы сказать-то... Для него удар был очень легкий, поэтому даже не почувствовал. Блядь, Хоселло, из твоей рот, я сейчас тебя уничтожу, реально.
Опасно, французы отыгрываются, Баппе бежит. Вводим вратаря! Хорош просто! Я не могу! Я не понимаю, это что за бегун, а? Блядь. Не зря я вывел, не зря я вратарь, я понимаю его. Что нужно делать? Вот какая ошибка Саута. Беги, беги, родной. Сука. Ой, Диаби. Диаби ускоряется. Либо будет прострел, либо будет ничего. Либо удар мимо. Да. Даже, понимаете, он уже бомбит. Я бы тоже забомбил бы. У нас уже 67-я минута встречи. Счет 1-0. Впереди Фурия Роха. Да, блядь, он не успеет, вы понимаете? Упамекано, повар. Ой, Диаби. Обосрался. 71-я игра минут встречи. Пока Тёмик забить не можно. Видимо, либо он в волнении, либо я не знаю что. Пас вот сюда быстро. Блять, у него Тео Эрнандес на подхвате. Ксван Дембеле. Вот это скорость, а, блять. Это опасно. Это чертовски опасно. Бля, порт просто. Не зря он тут стоял, а. Угу. Блять, ну чего мы не бежим? Пас. Опасно, Фанти. Блять, Фанти, а. Самый тупой трансфер, что ли, Барселоны, мне кажется. Лично по моему мнению, потому что 10-й номер незаслуженно ему дали. Дали, допустим, Артему Коневу, я бы расцеловал бы. Баппе бежит, бежит. Блин, мы в подкате вообще играем, как боженьки, реально. Опасно это будет. Господи, Насимон красавчик. 84-я минута встречи. Еще чуть осталось, как говорится. Посмотрим, посмотрим. Дальше что будет? А дальше мы узнаем. Даем пас. Беги, родной! Ой-ой-ой, их опасная. 90 минута. Мбаппе. Мбаппе. Он забивает. Он забивает. Я не верю своим мозгам, реально. Даже Ляпорт в ахере, что происходит. Он играет против своей бывшей национальной сборной. Вот. Баппе с его скоростью я бы тоже бы не успел бы, реально. В итоге не будет сухого матча у Наи Симон. 90 плюс первая минута. Селу. Ой, дополнительное время нас ждет. Так, кто у нас устал? У нас до хера уставших. Это кто? Марко Асенсио. Давай тебя, Асенсио, вместо Кика. А, так, давай вместо Родри, он вообще уже дохлый. А, уже нельзя? Ладно. Ничего страшного. Потом мы, наверное, во втором дополнительном тайме будем делать эти замены. Ну, посмотрим, посмотрим. Мы только одну заменку сделали, получается. Сколько... Ой, 5? Уйди. Офсайд, слава богу. Сколько сделала замена сборной Франции, я не знаю, в принципе, потому что... Я не наблюдал. Ну, тут у них явно был офсайд. Уже ролик идет 15 минут практически. Плюс надо Тёмику выкатить этот ролик в виде файла отправить, пока он там смонтирует у себя, у меня. Посмотрим, когда он его выложит, он мне напомнит, главное. И все, ой! Блять, Асенсио не успеет же, ну это понятно. Это реально было понятно. Беги, 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 блядь. Вот реально я не понимаю. Не знаю... Будет у нас серия пенальтиков в прошлый раз. Ну не знаю. Тут опасная ерунда. Ой, как опасно он пробил этот Маркос Асенсио. Блять, надо было жахать и пробивать, реально.
Не обращайте внимания, это просто какая-то хрень. Блять, уйди нахуй. Блять! Ёбаный в рот. Вместо тысячи слов. Бля, я такую хуйню сделал, реально. Вообще, я хотел, знаете, короче, что сделать? Я просто обосрался, реально. Это еще ошибка этого. Давайте дальше. Мне надо забивать, не знаю, что будет. Но это вообще реально какой-то вред. Смотри, просто. Уносим вот эту пасту и, блядь, еще попал этот рабье. Наверное, со стула там падает, орет, как будто, я не знаю. Мы перейдем в атаку после этого дополнительного тайма, блядь. Я не знаю, у нас есть ли замены или нет. Я не знаю, смысл их смотреть или нету. Давайте посмотрим. Не замен. Заебись. У нас все дохлые. Реально, у нас все уже уставшие, как будто, знаете, они уже все, они как будто уже на пенсию собираются. Я не знаю, забьем мы или нет. Я хочу, чтобы забить и перевести игру в дополнительное время или в пенальти. Блин, в пенальти хочу перевести время. Потому что если я просру, это вообще жопа какая-то будет. Реально. Сумочка! Я випас. Фух, понимаю. Отлично. У нас здесь буквально 5 минут, чтобы отыграться. 5 минут. Даже меньше, мне кажется, вот реально. А так бы перевели бы матч на серии пенальти, и все. Шик-бух, врих-би-бух, как говорится. Пас. Бляха. Ну все, мне кажется, мы прям проиграли. Ну все, говорят, можете сесть. Ай, к сожалению, мы пропускаем матч, проигрываем и пропускаем 2 мяча на, как бы сказать, дополнительное время. К сожалению, проиграл я матч со счетом 2-1. Статистика вот перед вашим лицом. 100 пасов у нас, прикинь. Вот такие вот у нас моменты. Итог матча вы видели. Кто лучший игрок встречи? У нас Альва Барат 7-5, а у них... Андрей Рабьё, ты прикинь, даже не Бапе, на их рынке. На этом я прощаюсь. Это был канал Магниту, наверное, я правильно говорю. Но это был Тёмика канал. На этом, в принципе, все. Давайте прощаться. Может быть, еще с ним ролики. Всем удачи, всем пока.